Туристов из Чувашии, которые проводят отпуск в Турецкой республике, экстренно эвакуировали из отелей минувшей ночью. Причина – мощный лесной пожар в окрестностях курортного Мармариса. Огонь бушует уже третьи сутки. Турецкие власти сообщают о почти 200 пострадавших. Вот что республике сообщила жительница Чебоксар, которая находится на отдыхе. Сегодня в 5 утра нам объявили эвакуацию с отеля «Сан-Инфан». Хотя лес горел уже до этого, в течение суток. Его пытались потушить целый день. Мы вечером сидели, смотрели с балкона, как пожарные пытались потушить, но почему-то ночью потушение прекратилось. И часов в 5 утра нам постучали в дверь и сказали, что эвакуация. Мы быстро собрали чемоданы, спустились вниз, вышли из отеля. Нас заставили ждать примерно около полутора часов, пока приедут автобусы для эвакуации. По факту людей развозили только по жарким пляжам, где плюс 43 градуса, и предоставляли только территорию отеля. Туристам с маленьким ребенком пришлось уехать из опасной зоны и снять жилье самостоятельно. В Анталье ситуация под контролем, однако туристы готовятся к эвакуации. В случае, если лесной пожар доберется и до этого побережья Средиземного моря. Наш район пока, конечно, эта стихия обошла стороной, но это не говорит о том, что завтра ее может быть здесь не быть. Поэтому туристам, которые планируют свой отдых в Турции, я бы порекомендовала, конечно же, изучить карту пожаров и в связи с этим планировать свой отдых.